И снова всем здравствуйте, и снова всем добрый день. Ну что ж, как это все перечислить, не знаю. Заказ в дополнение к основным салатам заказчика из расчета 32 человека. Что же здесь у нас? Жульенчик из говяжьего языка с лесными грибами. Рыбное ассорти, это картошечка отварная, это горбуша слабого посола, скумбрия и селедочка просто свернута в рулет. Да, конечно же, картошечка и маринованный лучок. Три тарелочки. Далее, гастрономические тарелки – это сложные рулеты, треугольные, миксовые. Рулет люкс из куриной грудки – тоже три тарелочки. Сопутствует колбаска. Ну и на украшение огурчики. Далее, шампиньоны в беконе с мясным фаршем, картошечка по-деревенски. Соус, конечно же, отдельно. Продолжаем. Так, рыбные тарелки – это форель на шпажках. Это палочки с кальмаром, это шпинатный рулет, далее салат, господи, из баклажан, фри, сиртаки, фруктовые тарелки, тоже три штучки, и три тарелочки с курочкой, курочка бескостная с адыгейским сыром, сопровождение это картофель по-деревенски, это овощи, гриль, ну, собственно, все это уезжает к заказчику.